пожелай, товарищ. Поздравляю с днем геноцида. Сегодня праздник. Ну праздник, ноль. Для кого праздник? У кого хлебушек есть? Конечно. Для утконоса. Кстати, заодно возьми, вот смотри, это кемитрайл. Самолет прошел и след остался. Да ну! Сказки все это. Ну конечно, байки. Байки. Ну? Ну, да. Цветочки готовы? Цветочки готовы на обратном пути. Хорошо. Но это конкретно к утконосу. Посмотрим. Да. Атас. Нет, а потом разделим. Будете? Будем. Хорошо. На халяву. И уксус сладкий, товарищ. Нет, ну ты порвал мешок просто с той стороны. Да. Подожди, немножко перебери. Немножко вот эту часть перебери. Некогда, руки заняты. Ну ладно. Но мне сразу надо будет поднимать, и то и все. Ладно. Пач, а где Григорий? Он я знаю. Сказал, что будет. А, мы построились. Построились. И вы разошлись. Не, построились. Я понял. На политической основе или как? Да нет. Так, мелочи. Я неудобно позвонил ему. Он обиделся. Ну, я думаю, с бабы ну, сорвать святое дело. Я не знаю. Ну, я такого не говорил. Ну, ладно, я подумал. Это всякие вязи могут быть. Ну, да. Нет, ну, это мелочь. Я думаю, сегодня он уже будет в хорошем настроении. Погода хорошая. Да, погода шепчет. Хорошая — это еще ничего сказано. Шепчет. Поэтически. О, совсем забыл. О чем? На Домской площади, что и когда будет? Или уже было? Уже было. Ну вот, здрасте. Ну я же говорил, 12:30. А, ясно. Ну там примерно народу около 80. Может, он там и был? Кто? Григорий. Нет, не видел. Я бы видел. Да. Там... Там была другая пиздосия. Так. Не мутяемся в публичном месте. Нет. Ну ты-то ретум. А. Я же не сказал манда. Я вообще не знаю такого слова. Не знаю. Кстати, отец у меня тоже, вот, ну, латыш коренной, да? Ага, ну, да. Знает, пей и так далее, да? А вот что это манда? Вот, хопа, и на работе он спросил одной женщины. Она так смотрит. Придуивается, да? Нет, недоразумение. Как? Но она поняла, что он действительно не знает. И тогда она сказала заветные слова. Что манда, что бездатная хуйня. Здесь, наверное, уже что-то было. Нет, они оттуда пойдут обратно. Здесь как раз их точки. Поэтому я здесь встал на левой стороне. Выбираем левую сторону. А здесь немножко не то освещение. Sorry, но... Освещение от солнца лучше. Ну нет, я ничего не говорю. А что делать? Нет, ничего. Просто здесь оперативная съемка. Значит, оперативная не знаю. Ну, оперативное место туда-сюда. Григорий почему-то подумал, что я ему буду помогать. Нет, ну, он помочь святое дело, но... Не. Нет, бизнес есть бизнес, а помочь это дело другое же. Он почему-то думает, что его акции – это то же самое, что мои акции. У меня есть свои интересы по жизни. Ну, честно говоря, я там не особо вник в вашу тему, да, но... Нет, тема была очень простая. Я в интернете должен его раскручивать. Почему должен? Вот он обиделся, что я его не разместил. Ну, ясно. Ну? Нет, я просто знаю, что его раскручивать не надо. Ну, на Делфи там он уже так по 5000. Ну да, давно известен. Ну, ясно. Так, кстати, бедо в эсмографии получилось. Я у дверей замка. Да. Раздал против евро, ну там свой материал, конечно, закинул, но много не было, но 100 штук было. Uh-huh. И потом напечатал сайт, вот эту песенку, где есть вся наша элита, да, в этой самой синагоге и в кипах. И как раз первая минута, 43-я секунда непосредственно Ушакова.
А, да? Да. И написал всем фанам Сасканьяс Центр. Да-да. Папа. 1:43. И внизу тоже всем фанам Центра Согласия. И там тоже где-то 150. Но это уже другим людям. Молоднику дал. И особенно, который на русском разговаривал. Аудитория. Мерть аудитории. Маленькая новость была. Я не успел поделиться с Григорием, он так обиделся, все. Ну, вот. О чем? Новость о том, что Ушаков пытался кого-то привлечь к суду, там какого-то журналиста, и не удалось. То есть написали, что это его личное мнение, поэтому что он хочет, то он и думает. Вот так. Ну, это первая ласточка. Судиться можно все что угодно, но если это мнение, ну, сказал Ушаков дурак. Ну, что это мнение. Вот я так считаю. Нет. Но самый приятный вариант, что там Амрикс нарисовался. 20% отката. Это был отстой. Отстой сплошнейший. Это откуда-то пошла информация, но нет, она был. Не доказана. Нет, он конкретно был. Там. Это типа анекдота. Нет, это не анекдот, это конкретно. Ну да, ну без фактов, конечно. Ну вот, это личное мнение. Кто сталкивался с ним по бизнесу, тот знает. А сейчас уже поздно судиться. Все уже. Ну ясно, ну поезд ушел. Поезд ушел. То есть сейчас можно подать в суды как угодно, а толку нет никакого. С любой стороны. Ну пока суд, пока дело, тут полгода пойдет. Было в прошлом году, или позапрошлом, я не помню. Вот они все пошли, встали там слева, оркестр замолчал, пустая территория, я встал и пошел. Самое смешное, что меня никто не остановил. Ну а что, ну там же видно, пресса пошла. Да, какая пресса? Ну что, сидим взять? Никакой... Да, пресса. Ой, пресса. Да. А как я только дошел, постоял там минуту, и все стали расходиться. Ну, да. И народ, вот, который был, он стал цветочки возлагать. Ну, да. Ну ты их распугал со своим агрегатом. Да нет, я не распугал, просто они поняли, что как-то вот они продумали эту технологию. Надо чем-то завершать. Ну да. А не было заключительного аккорда, там, кто там, допустим. Ну, аккорд по барабану. Ну да, хотя бы. И все. Ну да, хотя бы там. Какой-нибудь там, ну, барабан или. Вот в этом году будет интереснее. Ну, а то получилось, все пошли, все стоят, и тут команды нет. Команда с Брюсселя не поступила.